Кировской области подтвердился еще один случай коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число зараженных на данный момент составляет 20 человек. Еще у 17 кировчан положительный тест на COVID-19. Все они госпитализированы и ожидают результатов анализов из лаборатории. Но есть и хорошая новость. Сегодня из инфекционной больницы выписан еще один пациент. Таким образом, выздоровели уже 8 человек. В России за последние сутки зарегистрировано рекордное количество зараженных – 1154. Общее число подтвержденных случаев достигло почти 7500. 58 человек погибли.